Всем привет! Мы приветствуем наших подписчиков, зрителей. Напомню, что на диете Дюкана Лёша похудел на 52 килограмма за 2,5 года. Это для тех, кто только присоединился к нам. И сегодня мы будем готовить блюдо на атаку и на чисто белковый день. А сейчас это у нас четверг. Каждый четверг у нас белковый день. И это такие не всеми любимые куриные грудки мы будем сегодня готовить. Вот здесь у меня 4 грудки, то есть, в общем-то, это где-то примерно 5-6 порций. Одна луковица. Потом нам потребуется йогурт, нежирный йогурт. Здесь, по-моему, 4% жирности. Если вы найдете 1,5%, 1% замечательно. Потом нам понадобится томатная паста или, как в моем случае, перетертые помидоры. Вы можете просто помидорный взять. Ну, то есть, Дюкан допускает в чисто белковый день 2 ложки томатной пасты. Также нам потребуется 2 ложки растительного масла и соль и перец. Если вы хотите использовать еще какую-то приправу, без проблем. Если вы не любите помидоры, томаты, можете не использовать. Мы очень часто слышим, девчонки пишут, мальчишки тоже, что как надоела эта куриная грудка, сухая, невкусная. Это блюдо, это даже не обязательно чисто белковый день. Это вот просто как обычное блюдо, очень вкусное. И такой соус получается сливочный, очень вкусный. На самом деле у меня Леша, он признался, он говорит, что он ел бы такую курицу каждый день. Ну, не знаю, месяц, наверное, поел бы и сказал, хватит. Ну, любит очень, поэтому попросил поделиться с вами, а я как-то считала, что это, ну, настолько просто, что... Ну, в общем, начнем. Куриную грудку нужно порезать, ну, как бы на такие порционные кусочки, чтобы все, что там вот жирочек, это вы все срезаете. Он нам не нужен, мы же жир не едим. Вот на такие кусочки небольшие. Да, пока мы режем курицу, нужно раскалить сковороду. Ставим ее на огонь. Курочку мы порезали, сковорода у нас раскалилась. Мы выливаем столовую ложку масла. Девочки, если вы вот приверженец того, что вот прям я не ем растительное масло, я не добавляю, сделайте это на тефлоновой сухой сковородке. И выкладываем курицу. Крышкой не накрываем, оставляем, чтобы она поджарилась. Пока курица обжаривается, мы нарежем лук. Лук просто кубиками, не очень мелко, произвольно. Я расскажу, сколько здесь калорий, вес, какая порция, чуть попозже. Так, курица у нас поджаривается, мы ее аккуратно переворачиваем. Оставляем еще минут на 5, чтобы она поджарилась с другой стороны. Курица обжарилась. Мы ее отставляем, а на ее место ставим чугунок или кастрюльку и наливаем вторую столовую ложку масла. Масло раскалилось. Выкладываем лук. Обжариваем до такой прозрачности. Слегка. Вот, ну, не надо сильно его обжаривать. Все, он слегка прихватился, посветлел. Выкладываем сюда томат. Перемешиваем. Вот буквально полминутки. И выкладываем сюда курицу. Со всем соком. Все-все-все выкладываем. Все перемешиваем. Соединяем. И добавляем йогурт. Все перемешиваем. Здесь вот достаточно сока. Если у вас получилось суховато, добавьте водички или бульончика. Теперь я посолю, поперчу. Солю я на глаз. Ну, здесь примерно, наверное, пол чайной ложки. И черный перец. Вы можете использовать приправы, какие вы хотите. Перемешиваем еще раз. Накрываем крышкой. Делаем огонь на самый минимум. И оставляем на 20 минут. Итак, блюдо наше готово. Взвешиваем мисочку. 260 грамм. Вот такая порция. Не забываем, что едим немного, понемножку. 484 грамма минус 260. Получается 220 грамм.
Вот порция 220 грамм. А мы высчитали, что все блюдо у нас получилось примерно килограмм. Вместе с луком, грудка, томат, растительное масло, йогурт. Получился килограмм. И в этом килограмме 1367 калорий. Соответственно, в 100 граммах 137 калорий, 200 грамм 275. Ну, в общем, вот так вот высчитываем. Если кто-то хочет подробностей, как мы это делаем, про весы, все это видео слоеные лепешки. Вот предыдущее видео, посмотрите, там маленькое видео, и рецепт там хороший. В общем, блюдо вкусное, я вам рекомендую. Попробуйте, приготовьте, несложно, вкусно. На этом всем пока, худейте с удовольствием.